Итак, всем привет, уважаемые друзья. Всем желаю добра, любви, позитива, бабла и поменьше негатива. А сегодняшняя тема у нас «Как жить и не работать?». Собственно говоря, почему стою я здесь, в этом прекрасном месте, а не вкалываю на какой-то работе по 8-12 часов, как некоторые это делают, и зафиксированный оклад прожигают свою жизнь. По сути, возможно, нет, скорее всего, они виноваты в этом, то, что они этим занимаются, потому что многие из нас делают привычные нам вещи по инерции. По инерции ходят зарабатывать бабло на нелюбимой работе, по инерции ходят в институт, хотя, по сути, нахера идти в институт или университет, заканчивать его, все равно большинство по статистике, где-то 80-90% людей не работают по специальности. Задумайся об этом. Нахера тратить время на то, что тебе не нравится? И первое, то, что... Правило следует отсюда, нужно делать то, что тебе нравится в жизни, и то, что тебе не нравится. Если тебе что-то в жизни не нравится, но ты это делаешь, ты должен определить. То есть делаешь это на перспективу, с дальнейшим получением результата и достиганием целей. Например, ты ходишь в зал для того, чтобы... Ну, тебе это не нравится, ты сопротивляешься... Делаешь действия вопреки сопротивлению, то есть ты ходишь, иногда тебе не нравится без настроения, таскаешь железо, соблюдаешь диету, хочется тебе жрать и так далее, прочие вещи, но при этом ты знаешь, что через какой-то период времени у тебя будет крутое тело, охуенное состояние, здоровье и классная форма, то есть ты будешь гореть, я тут реально по себе знаю, сам скинул 20 килограмм за 3 месяца, это круто, чувак, вот здесь да, можно делать то, что тебе не нравится. А если, допустим, ты ходишь на работу по инерции, но ты прожигаешь свою жизнь, ты рискуешь быть сколоченным под крошкой гроба, так и не реализовав себя, свой человеческий потенциал. Можно просто снимать видосы, как я в кайфе, рассказывать, как зарабатывать, при этом имея за собой, ну, за спиной багаж какой-то определенных знаний, и вести свой канал на ютубе, при этом зарабатывать бабки. Так вот, нужно искать себя в жизни по максимуму. Искать, пробовать, делать, совершать ошибки. Ошибаться тоже очень круто и полезно. Если ты не делаешь ошибок, значит, ты не ошибался, значит, ты... Не бывает ничего идеально, значит, невозможно так жить, не ошибаясь. Ну, в общем, ты меня понял. Вот, и нужно менять места, менять локации. То есть, сегодня здесь поработал, там попробовал, здесь попробовал. Понимаешь, ага, это мое, мне это нравится, все, соответственно, я это делаю, выполняю, читать соответствующую литературу, соответствующие книжки, развивать, познавать себя. Вот, в принципе, это самое такое основное, как жить и не работать. Найти себе дело по душе, развивать себя в этом, и все у тебя получится. Не работать ни в коем случае, не делать того, что тебе не нравится, не ходить на нелюбимую работу, не работать в универе. Не встречаться с девушкой, которая тебя не устраивает по каким-то параметрам, по психологическим или там еще по каким-либо. Вот. А с вами был канал Инфо-Цыган. Если тебе заходят такие видосики, ставь лайкосик, подписывайся на мой канал обязательно. Напиши в комментарии, ходишь ли ты на дурацкую, рабскую, постоянную работу, делаешь ли ты то, что тебе не нравится, и почему ты это делаешь до сих пор, я это не понимаю. Вот. Ищешь ли ты себя в жизни? То, что ты находишь, соответствует ли это твоему результату, дальнейшим целям? Если, допустим, есть такая вот поговорка, высказывание «цель оправдывает средства». То есть наша цель, то, как мы ее видим, достигаем, оправдывает то, что в нее вложили. Тогда еще, да, можно делать то, что тебе не нравится, и сопротивляться там, давлению, негативу и прочему. А если ты это вопреки всей психологии, там идешь каждый день на любимую работу с плохим настроением, и с прочими херовыми ништяками, то меняй работу, меняй свой образ жизни, меняй жизнь, и все у тебя охуенно будет. Всех люблю, всем мир. Подписывайся на канал.